Сегодня 7 сентября. Еду за черникой. Черники просто полно. На этой небольшой сопке, на этом склоне собрал порядка 20 литров. Собрал еще во вторник 13. Переработал и пошел опять. Обещали дождь, но дождей не было сегодня. Вообще не капало. Обещали в 7, 12, сейчас где-то 2 часа. Нет, 3 уже, 3. Еще ягоды осталось, но уже тяжело будет нести. Плюс еще грибы по пути буду собирать. Еще воды хочу набрать на воротнике. Так что приходите в лесу, ягода. Есть грибов полно. Ну, еще много стало. В следующей неделе пойду за брусникой. Мне надо 30 литров набрать. Это моя норма обычная. За два раза, конечно. За один раз только не соберу, она лежит, растет в маху, ее довольно сложно собирать. Мне осталось идти где-то 4 метра. Я за морожкой ходил в начале августа, но мне не получилось на разведку ходить, обычно я... О, какие грибы. Их я возьму. Обычно я накануне, на неделе, за неделю, как пойти за морожкой, то в разведку, обычно на двое суток, покажу болото. Ну, если она есть, то я уже на первых болотах нахожу, спокойно. Сейчас ночевку, отдыхаю и на следующее утро иду домой. Если нет, на следующее утро иду другие болота осматривать и домой. В этом году так не получилось. Позвали меня на Белое море. И я остался без морожки. Точнее, я собрал только 2 литра. Остальные болота были пустые. Хотя морожки в этом году очень много. Так вот именно в моих местах не особо, только куда я хожу. Такой гриб. Грибы. На самом деле у меня еще прошлогодняя осталась полно морожки, что я особо не переживаю. Там и сахаре, и варенье. Осень уже наступает. Еще наступила. По деревьям тоже видно желтые. Сейчас у меня... Вот, сами возьмет, не возьмет.